Засухоустойчивые раннеспелые ульяновские селекционеры вывели новый сорт озимой мягкой пшеницы. Перспективная агрокультура уже получила патент. Марина Тимофеева подробнее. Густота стояния, вот она, число колосьев с одного зерна. В молодой пышной зелени ульяновские селекционеры угадывают налитые золотом колосья. Вот он, результат их кропотливой работы. 10 лет над новым сортом бьются студенты, доценты Ульяновского аграрного вуза и работники опытного поля. Скрещивали два сорта, а теперь в генах студенческой нивы – раннеспелость и засухоустойчивость. В задачу селекции было поставлено выведение системы сортов, различающихся по адаптивно значимым показателям. Вот эта задача нами решается. То есть все сорта, которые нами выведены из селекционной линии, перспективные. Урожайные, зимостойкие и каждый колосок с крупным зерном. Вот она вся мозаика сортов наряду со студенческой нивой. Волжский рубин, Октябрьская, Метелица Волжская и Дивия. По всем параметрам пшеницы они идеально подходят для хлебопекарной промышленности. Новый же вид классом выше, отмечают селекционеры. И спектр его применения шире. В мировой практике такие пшеницы используют для производства высококачественных кондитерских изделий, снежной консистенции бисквитов, крекерного печенья, азиатских видов лапши. Свое признание студенческая нива уже получила. Государственная комиссия России по испытанию выдала на сорт патент и зарегистрировала в госреестре. Сегодня озимая мягкая пшеница занимает четверть посевных площадей в Ульяновской области. У нас зона рискованного земледелия. Мы должны вывести такие сорта, чтобы они были уникальны в плане рисков, в плане стресса. И вот эти сорта как раз и есть у нас в аграрном университете. Почти 8 тонн зерна с 1 гектара земли. Такую урожайность уже показала студенческая нива в испытательном 2020 году. Сейчас гектар ценной пшеницы на этапе размножения. Совсем скоро новый сорт попадет на земли местных фермеров и вновь пройдет агроэкзамен. Марина Тимофеева, Дамир Губеев. Вести. Ульяновск из Чердаклинского района.